Ну, я говорю, у нас вот тут пекарню мы сделали, на где когда-то был клуб, там пожарка. Мы, значит, часть помещения забрали у пожарки, для того, чтобы нам расширить площадь для пекарни. Значит, клуба как такового теперь у нас нет, а у нас есть пекарный цех. Вот он, пекарный цех. Ну, пока вот время показало, что мы не ошиблись в своих расчетах. Финансовые средства — это все из собственного, да? Из всех резервов? Да, все оборудование мы, конечно, покупали за счет собственных средств. Ну, выкручивались как-то, где-то не доедали сами, не допивали, но оборудование купили, да. В то время оно еще было не такое дорогое, как сейчас. Обошлось нам это оборудование где-то около 12 миллионов. Вот мы его закупили. Здесь, значит, монтеры, монтажники или пусконаладчики приехали нам эти оборудование все установили, обучили наших людей, и вот пекем. Вот пекем. Сейчас мы разойдем вам внутрь, да? Пекарню. Пойдем. Скажи, прокомментируйте все, что кто-то, кто-то. Ну вот наш пекарный цех. Значит, это шкафы, три шкафа. Вот это у нас тестомес, вот это мукосейка. А вот это так называемые дежи, где мы заводим. Вот это разделочный стол, вот веса. Вот посмотрите, вся технология, которая идет у нас при закладке хлебоформы. Вот он и раз, свешен, положим. Со временем вот это дело сначала первоначально было долго, продолжительно, потом отрегулировали, и вот они это быстренько уже складывает хлеб в форму. Значит, после формы хлеб стоит вот на стеллаже, так сказать, на отстое. Вот отстоит. Ну, времени отстоя различное. Бывает и час, бывает поменьше, бывает 50 минут. Ну, различное. Это в зависимости от подъема теста, в зависимости от его качества, что ли. После того, как хлеб отстоит, мы его тогда закладываем в печь. Значит, вот эти три наши шкафа, они одновременно можно загрузить 76 вот этих форм. Время выпечки хлеба час 5, 95 минут, час 5, 55 минут, час 5. Ну, самое большое — это час 10. Если это нормально, идет выпечка хлеба. Это нормально. Ну, в целом-то вот у нас еще пока что мы редко отказывают, но они уже начинают сдавать, так сказать. Тены там есть такие, они начинают перегорать, и переключатели уже начинают подпаскиваться. Ну что еще? Значит, весь монтаж там, я уже вам говорил, что это произвели нам пусконаладчики. Они обучили вот наших людей. Персонал у нас здесь 6 человек.
Значит, вот Архипочкин Александр Васильевич и Волин Анатолий Дмитриевич. Значит, это наши, так сказать, ветераны. Они начинали вот этот пекарный цех, и под их руководством, собственно, и происходили обучение остальных рабочих. Значит, цех у нас возглавляет Бычкова Надежда Федоровна. Ну, довольно инициативная женщина, энергичная. Ну, под ее руководством все идут вот эти смены. Работаем мы в круглые сутки, в три смены, правда, по 12 часов, кроме субботы и воскресенья. Ну, производительность нашего вот этого цеха где-то 500-550 дней. Ну, смену тут уже легко подсчитать, где-то 1100-1200 до 1500 булок. Это 1500, это самая большая.